Всем привет! Сегодня у нас на обзоре снова Scout 3 V200. Когда-то у нас были уже обзоры этого мотоцикла, правда, это было на фоне, наверное, зимних сугробов. Теперь, соответственно, уже настала весенняя пора, самый такой пик сезона приближается, обычно это начало мая. Соответственно, сейчас на складе и в производстве у Ижтехмаш есть вот очередная партия Scout 3 V200. Чем отличается этот мотоцикл от других? В этом же семействе, в семействе Scout 3, мы уже, в принципе, рассказывали. То есть тут установлен двигатель Zonction 165 FML. Сейчас мы покажем также вот его маркировку, где-то она есть на двигателе. Этот двигатель нельзя сказать, что очень мощный. То есть его мощность приблизительно 15 лошадиных сил. В России на самом деле двигатели 200 кубических сантиметров тоже давно уже не в моде. Большей частью, конечно, люди предпочитают покупать мотоциклы с двигателями 250 кубических сантиметров. Но это скорее такой маркетинг, да, то есть покупательские предпочтения. На самом деле, ну, в большинстве стран мира даже двигатели 110-125 кубических сантиметров все еще не вышли из оборота. И на них ездят не то что даже миллионы, а сотни миллионов людей ежедневно. Потому что, ну, смотря какие цели, да, использования мотоцикла, то есть для большинства целей вот таких обычных поездок, на самом деле двигателя в 125 кубических сантиметров вполне достаточно. Когда-то после кубатуры в 125, это уже, наверное, лет 10 назад, появилась на российском рынке кубатура из 150 кубических сантиметров, ну а потом, соответственно, 200 и 250. Но постепенно вот эти кубатуры 150 и 200, они стали как-то непопулярны. 125, в принципе, еще есть в продаже, потому что с введением категории прав, вот именно с градацией, с введением градации категории прав мотоциклетных появилась такая категория, как А1, и, соответственно, это дает право, категория А1 дает возможность ездить на мотоцикле с 16 лет, но на мотоцикле только кубатурой до 125 кубических сантиметров. Поэтому, в принципе, еще модели 125 можно найти на российском рынке, но продажи их крайне небольшие. Ну, а что касается вот именно Scout 3, то есть вот этого семейства достаточно популярного мотоциклов Scout, то двигатель 200 кубических сантиметров вертикальный, здесь, в принципе, пожалуй, самый оптимальный вариант. Потому что есть модификация с двигателем 250 кубических сантиметров. Это модель с двигателем Zonction 169 FMM. Она также сейчас есть в продаже. В целом, по конструкции эти двигатели похожи. У этого двигателя 200 кубических сантиметров и 250, то есть Zonction 165 и 169, верхний распредвал. Есть балансирный вал, что, соответственно, снижает уровень шума, вибронагруженность всей конструкции и дает более такую комфортную работу двигателя в целом. Это с точки зрения непосредственно водителя. Но в целом двигатель 200 кубических сантиметров, пожалуй, ну, больше подходит вот именно для этой конструкции. Ну, а двигатель 250 кубических сантиметров, ну, пожалуй, можно сказать, с таким уже запасом. Самой продаваемой моделью, пожалуй, Scout 3 на сегодня является Scout 3 125, потому что это, пожалуй, самая бюджетная модель. То есть там установлен двигатель с воздушным охлаждением, горизонтальный двигатель типа мопедного или питбайковского. То есть вот эта модель, пожалуй, самая бюджетная. Также в наличии и в продаже есть и другие модели Scout 3, такие как Scout 3 140, тоже с горизонтальным двигателем, 3R 140 с горизонтальным двигателем и с реверсом. Ну, как мы уже говорили, с вертикальным двигателем две модели. То есть это вот 3V200, который мы сейчас рассматриваем, и 3V250. Есть модификация в продаже с двигателем Zonction 190 горизонтальным, мощностью около 16 лошадиных сил. Ну и сейчас вот Ижтехмаш разрабатывает еще вот похожую модель, то есть тоже с вертикальным двигателем, но который имеет также реверс, то есть задний ход. Ну, еще раз напомним, пожалуй, что вот среди мотоциклов Scout 3 существуют, несмотря на вот такое большое количество двигателей, которые здесь используются, два основных типа трансмиссии. То есть механика, вот как здесь, например. Ну, механика — это такое условное, да, название этой трансмиссии в мотоциклах по аналогии с автомобилями. То, что здесь есть вот такое ручное сцепление, да, характерное там для большей части мотоциклов. То есть перед тем, как переключить передачу, необходимо выжать сцепление вручную и переключить передачу.
Также есть в базовых моделях скаутов такая трансмиссия, как полуавтомат. То есть это трансмиссия, она подразумевает под собой автоматическое сцепление. То есть там при переключении передач выжимать ручку сцепления на руле не нужно. Ее, собственно, вообще нет. И на этом месте вот стоит ручка заднего гидравлического тормоза. Какая из трансмиссий лучше, сложно сказать, да, смотря для какого применения. То есть люди, которым нравится полуавтомат, и есть люди, которым нравится механика. У каждой из этих трансмиссий есть свои плюсы и минусы. В YouTube можно увидеть немало видео, где поднимается этот вопрос и обсуждается, собственно, какая из таких трансмиссий для чего больше подходит. Ну а в целом можно сказать, что ничего страшного там ни в механике, ни в полуавтомате нет. То есть если вы привыкнете ездить на механике, это не так сложно, то есть миллионы, даже сотни миллионов людей во всем мире ездят на механике, то эта трансмиссия будет для вас казаться родной. Если же вы привыкли к полуавтомату, то есть начали ездить на нем и в принципе он вас устраивает, то и полуавтомат вполне годится. Собственно, все примерно так же, как в автомобилях. Ну, вкратце общие характеристики можно еще раз напомнить. В принципе, уже все их, наверное, знают. Здесь установлены те же колеса, которые всегда используются для Scout 3. Это резина 23x7x10. Резина та же здесь используется, Ванда. Передний и задний гидравлический тормоз. Про двигатель мы уже сказали. 200 кубических сантиметров. Zonction 165 FML с кикстартером, с электростартером. Аккумулятор здесь уже установлен. Соответственно, балансированный вал, верхний распредвал у двигателя, 5 передач, механика, подвеска, передняя телескопическая вилка, сзади два амортизатора. То есть здесь такая более классическая конструкция мотоцикла. Из светотехники здесь есть передняя светодиодная фара и задний стоп-сигнал. Также за светодиодной фарой мы видим звуковой сигнал. Цена этого мотоцикла на сегодня около 145 тысяч рублей, что в сравнении, пожалуй, вот, например, с китайскими мотоциклами, ну, не самый бюджетный вариант, то есть можно найти китайские мотоциклы и подешевле. Также, если, например, сравнить его с такой моделью, как, ну, которую все знают, да, например, вот тоже и среди классических мотоциклов, это Bajaj Boxer 150X, например, самая продаваемая модель у Bajaj, она стоит на сегодня около 140 тысяч рублей. Стоит также учитывать, что вот такие мотоциклы производства Индии или Китая имеют ПТС, скауты вот с такими колесами не сертифицированы для дорог общего пользования, то есть у них нет ПТС. В то же время можно сказать о том, что к мотоциклу Scout, к любому из скаутов 3, ну а также скаутов 2, можно использовать боковой грузовой прицеп, который также есть в продаже. Его также выпускает Иштехмаш.